Вопросы серпуховичей на контроле. Сегодня в администрации Серпухова глава муниципалитета Дмитрий Жариков провел очередной прием жителей. Людей волновали темы, связанные с предоставлением жилья, оформлением документов с проблемными домами застройщика Керницкого и переоформлением земельных участков. Все вопросы были взяты на контроль. Уже в ходе совещания Дмитрий Жариков поручил своим заместителям подготовить документы на оформление жилья по системе специального найма семье, проживающей в коммунальной квартире на улице Революции. Все другие обращения также будут рассмотрены в самые кратчайшие сроки.